Ну и что показала зрителям бойцовская ночь? Россиянин Бату Хасиков одержал победу в кикбоксерском поединке с голландцем Гаго Драго. Но раз доказал свое превосходство. Бой с голландцем продолжался несколько минут, после чего был остановлен вот по этим понятным причинам. Прямую трансляцию 11-часового марафона боксерских поединков и смешанных единоборств ведет телеканал «Бойцовский клуб». Ну еще одна новость из мира спорта.